Всем привет, дорогие друзья, с вами Жека. И Влад. То есть Куала и Ленивец. Да. Я Куала, он Женя Ленивец. Окей. Продолжаем проходить Watch Dogs на канале Прикоснуться к играм. Миссия называется Последняя зацепка. Последняя зацепка. Погнали, дорогие друзья. Часть третья. Яблочные пироги и лимонад. Хренов райский уголок. Место, куда все убегают из города. Когда припечет. Я возил туда Джекса и Лену на рыбалку. Не поймали ничего. Но им было все равно. Да, мои лучшие воспоминания. И худшие. Рай засекли в районе этой марины. Вряд ли он там до сих пор. Я хочу, который дебил, который ставил ловушку. Возле своего замка. Ну или где он живет, короче, там он стал дофига ловушки. Там. Что сейчас было? Пик-пик. Черт, накосячил. Хорош тупить. Так. Кто-то тут получил нужный мне код. Ладно, да. Ну я хорошо. Ты слепой? Да. Хорошо. Ну это. Приударить решил. Да. 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 За кем? Ага. Так и сказал. Либо завязывай, либо я ухожу. С чего ты взяла? Слишком близко. Они были в одежде. Виноват. Типа... Сложно сказать. То есть ты не знаешь, куда делись деньги? О, верно, но. Слушай, твое имя значит... Разуй глаза! Не знаю. И что это? И что это такое? Это невозможно, что так? Возьми? Нельзя так. Вот. Ага. И в городе полно. Его надо убить? Хорошо. Похоже на пушку. Бежим! Он стреляет! Спокойно. Кстати, дорогие друзья, вы знаете, что Watch Dogs 2 можно будет проходить совместно миссии? С друзьями, с людьми просто можно приглашать. Господи, так что он удумал? Будет реально, кстати, классно. Сигнал прошел через центр CTOS. Похоже, он еще... Да, кстати, заходите в ВК, да, там уже русский трейлер я выложил. Подбирается к блюм обходными путями. Так что, посмотрите Watch Dogs 2. Надо проникнуть на вышку. На вышку? Окей. На этом байке. Кстати, как вам звук мотора? Вуала, а как тебе звук мотора? Сейчас будет слоу-шоумо погибель. От Куалы. А ленивец просто сидит, смотрит в экран и ничего не делает. А все-таки я ленивец, что блин, что мне еще делать, дорогие друзья? Это новая турбо. Разрабатывал лично Куала. Проверено. Мне Куала говорит, проверь. Говорю, не, мне лень. А что Куала сам разрабатывал, сам проверял. Сам испытывал.
там взорвался. Кажется, прокачка немного дороговато будет. Да. И тачку очень сильно не нужно. Да, так что заброшенная в трех раз придется менять тачку. Вы это сейчас видели? Видимо, Рэй шаманил через нее. Куда вы поднимаете? И как? Расскажи. Да, блин, нет, что это? Я вот думал, что можно было попробовать. Знаешь, что сделать? Знаете, что я думал, хотел сделать? Что? Просто по камням. Что-то не ровно. По камням запрыгнуть? Угу. Не, блин, не работает. Ну, окей. Жаль, что не работает, дорогие друзья. Жаль, что у Влада не работает. Вообще никак ничего не работает. И что ты будешь делать? Что-то там тебе я не знаю. Сейчас будет сами шаманить. Давай, может как-нибудь через камеру, может как-нибудь открыть. Да так и надо, пацаны. Я знаю. Следующий засекем. Не знаю, не знаю. Я ленивец, забыл. Блин, короче, типа можно только с одной стороны зайти. И чё, всё а просто? Просто обойти и зайти с одной стороны будет так все легко. Просто надо было немножко пробежаться. Чёрт, вообще легко, да? О, чтобы им по камерам прыгать. От камеры до камеры, от камеры до камеры. Хрен его знает. Через какую-то пещеру. Иди через пещеру. Ну давай, погнали. Это же хорошо, если нарвемся. Это же будет просто very nice. Может с гранатом это? Нет. А вдруг с гранатомета сработает? Или с гранейт? Грену кинул, раз, нет, открылось. Через камеру? Как там он туда будет, видишь, попал, да? Нет, я не знаю. Я ленивец, мне, как говорится, лень думать. Понимаешь? Так. Представляешь, сейчас бы ты погиб от этого взрыва. Это было бы угарно. И как сюда попасть, дорогие друзья? Вот как вы думаете? Просто... рядом с пещерой. Напишите в комментарии, как туда попасть. Это не...
Дорогие друзья, может, вы уже увидели, как туда попасть? Напишите в комментарии, как туда попасть, а то мы реально тупим, не можем найти. Там подъемник, он же там не просто так. Ну, согласен. Как нам туда пройти? Ногами. Я думаю, все-таки ногами. А ты как думаешь? Нам надо что-нибудь делать. Давай, дерзай, куала. Посмотрим, сможем забраться или нет. А на него? Черт. Классно. Да, с помощью черта, да. С помощью черта открывается. Ну это круто. Ну давай, как? Я прям ассасин, я умею по проводам ходить. Ты вообще крут. Черт, такой забраться, куда я не могу. Придется по-любому обходить? Да, вот по этой лестнице. Все, чувак, мы зашли к тебе в гости. Почему? Ну? Да. А жаль, я думаю, работает. Где? Где по лестнице? А, ну туда мы. И все будет ук? Ну, гол.